Эй, а вы уверены, что панорамные фотки делают именно так? Привет, я Триша Хершбергер, и сегодня вы научитесь снимать фото в формате 360 градусов при помощи смартфона и бесплатного приложения Google. Колесите по миру, делая клевые сферические снимки и делитесь ими с друзьями. И для этого вам не понадобится сложная конструкция из 6 GoPro-шек или дорогущая 360-градусная камера. Проще всего использовать для этого гугловское приложение Street View, которое можно бесплатно скачать и для Apple, и для Android. Только не спутайте его с Google Maps, потому что в создании фотографий с эффектом погружения нужен именно Street View. В описании к этому видео вы найдете ссылку на скачивание приложения. А если вы смотрели, как создать виртуальную реальность при помощи смартфона, возможно, оно у вас уже есть. Когда приложение загрузится, запустите его и зайдите в меню камеры в нижнем правом углу экрана. После появления новой менюшки снова щелкните камеру. Ничего сложного. Приложение само делает снимки за вас. Вам остается только направлять камеру, чтобы отснять все, что вас окружает. Наведитесь на кружок в центре экрана и дождитесь щелчка камеры. Следуя за оранжевыми точками, которые показывают вам Street View, вы сделаете серию снимков, а когда закончите, галочка внизу экрана окрасится в зеленый цвет. В памяти вашего телефона должна появиться уже обработанная 360-градусная фотография. И теперь ею можно поделиться с друзьями на Фейсбуке. Приступим! Загрузка сферической фотографии почти ничем не отличается от загрузки любого другого изображения. Правда, поделиться можно всего лишь одной картинкой за раз. Щелкните меню «Фото-видео» в верхней части таймлайна. Нажмите «Загрузить фото-видео» и выберите свое изображение. Поделиться! Если все прошло успешно, в углу экрана появится узнаваемая иконка. Теперь осмотритесь вокруг, как вы это делаете с другими панорамными фото, которые храните на своем телефоне. А теперь вперед, восхищать друзей, подписчиков и родственников своим мастерством съемки в формате 360 градусов. Если наши советы понравились вам, лайкните это видео и не забудьте посмотреть другие эпизоды «Сделай сам за 5 минут». Меня зовут Триша Хершбергер. Пока! Ну, давай. Вот так. Иди уже.